Начало положено. На пятой просеке приступили к строительству новой школы. Здание возведут на месте заброшенного спортивно-оздоровительного комплекса «Экономист». Сейчас подрядчик занимается подготовкой площадки. Специалисты демонтируют старые здания лагеря и вывозят строительный мусор. Завозится строительная техника, строительные вагончики, необходимые сыпучие строительные материалы, которые в будущем будут применяться при строительстве. И также в ближайшее время, по завершению работ подготовительных, подрядчик у нас приступает к рытью котлована под зданием. Классы будущей школы спроектируют и оборудуют по самым современным стандартам. В учебном учреждении появятся библиотека и книгохранилище, медкабинеты и большая столовая на 320 мест. В спортивном блоке хотят разместить тренажерные и хореографические залы, а также раздевалки. По словам местных жителей, школа на пятой просеке просто необходима. Ну, школа необходима, конечно, потому что здесь очень много жителей, очень много новых домов построили и очень много, ну, как бы заселяются. Детишек очень тоже много, соответственно, школа нужна, конечно. Детей очень много, многие учатся с этих районов в других школах, поэтому я считаю, что школа здесь необходима. Школа, это, вы знаете, вот, ну, я не знаю, что может быть сейчас важнее, чем постройка школы в этом районе. Спасибо вам большое, что вы этот вопрос поднимаете и каким-то образом вообще обсуждаете. Школу на пятой просеке включили в национальный проект образования, который инициировал президент России Владимир Путин. Положительное заключение по проектной и сметной документации получили в феврале 2020 года. Параллельно со строительством учебного учреждения в Самаре запускают процедуру проектирования второй очереди. Школы на 850 мест с детским садом. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.